Свой профессиональный праздник энергетики отмечают 22 декабря, в самый короткий световой день в году. Пусть это всего лишь совпадение, но, пожалуй, именно в такой день лучше всего понимаешь, как много эта отрасль значит в нашей жизни. Генерация, транспортировка и сбыт – вот три кита, на которых стоит энергетика. А электрические сети – это артерии, вены и капилляры энергосистемы, которые питают крупные промышленные предприятия и дотягиваются до самых отдаленных уголков страны. Идущая полным ходом в середине 2000-х реформа электроэнергетики касалась и сетевого хозяйства. Для того, чтобы система оставалась работоспособной, в Самарской области было необходимо создать структуру, которая могла бы объединить и заняться восстановлением разрозненного электросетевого хозяйства, находящегося на балансе различных ведомств, коммунальных организаций и предприятий, повысить его эффективность и надежность. В 2005 году была основана Самарская сетевая компания, которая не только блестяще справилась с этой задачей, но и занялась реконструкцией, модернизацией и новым строительством. Сегодня ЗАО «ССК» – один из лидеров в отрасли транспортировки электроэнергии в Самарской области. Здесь трудится 1740 человек. На ее балансе 10 тысяч километров сетей, около 3500 подстанций. Компания работает в 27 районах и 6 городских округах региона. Ее подразделения оснащены самым современным оборудованием и техникой. ССК постоянно развивается и работает над новыми проектами. Объемы инвестиций исчисляются сотнями миллионов рублей. У нас есть проекты, которые на сегодняшний день находятся в разработке. Здесь мы тесно работаем прежде всего с правительством Самарской области. Это проекты, связанные со строительством стадиона и инфраструктуры. Проекты, связанные с созданием инфраструктуры для частных инвесторов под эгидой правительства Самарской области. Это и завод Bosch, это завод Knauf, это завод жгутов американской фирмы Delphi. И таких проектов, это часть проектов, которые уже, так скажем, закончены, часть проектов, которые находятся в стадии строительства, и очень много проектов, которые находятся в стадии разработки. Вот, и мы стараемся во всех этих проектах принимать участие. ЗАО «Самарские городские электрические сети» создано в 1958 году и является одним из старейших предприятий коммунальной энергетики в области. Именно эта компания отвечает за электроснабжение города-миллионника, столицы 63-го региона. Суммарная протяженность кабельных и воздушных линий около 5000 километров. Кроме того, ЗАО «СГЭС» обслуживает 147 распределительных пунктов, 2302 трансформаторных подстанции. В состав ЗАО «СГЭС» входят 6 сетевых районов – Северный, Безымянский, Волжский, Центральный, Красноглинский и Кряжский. Сейчас в компании трудятся почти 850 человек, благодаря усилиям которых и обеспечивается качественное и безаварийное электроснабжение города, создается возможность для технологического присоединения новых объектов. Чтобы обеспечить растущие потребности города в электроэнергии, ЗАО «СГЭС» реализует инвестпроекты, направленные на поддержание надежности и качества электроснабжения потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения к электрическим сетям дополнительных нагрузок. Постоянно идет работа по модернизации инфраструктуры, ведется борьба с бездоговорным и безучетным потреблением электрической энергии. А комплекс мер по охране труда, реализуемый в ЗАО «СГЭС», является одним из самых эффективных среди предприятий губернии. За более чем полвека своего существования самарские горэлектросети прошли огромный путь. Сегодня это современное, динамично развивающееся предприятие, которое обеспечивает электроэнергией порядка 400 тысяч квартир и частных домов, и почти 8 тысяч различных предприятий и организаций на территории городского округа Самара. Фактически, по сетям ЗАО «СГЭС» передается и распределяется около 90% всей электроэнергии, потребляемой областным центром.
При этом ежегодный прирост перспективной нагрузки оценивается порядка 15-20 мегаватт. Акционерное общество «Сызранская городская электросеть» в 2013 году отметило свое столетие. Это одно из старейших в России предприятий энергетического комплекса. Более того, именно здесь сохранилась единственная в стране действующая малая ГЭС, запущенная в рамках плана ГОЭЛРО в 1929 году. Все оборудование сохранилось в первоначальном виде и поддерживается квалифицированным персоналом в рабочем состоянии. Вместе с тем, Сызранская горэлектросеть – это современное предприятие, обеспечивающее своих потребителей на территории Сызрани и Октябрьска бесперебойным электроснабжением. Сейчас оно обслуживает более 25 тысяч клиентов физических лиц и более 7,5 тысяч юридических. Общая протяженность сетей свыше 1300 километров. Только за последние 5 лет в рамках инвестиционной программы на модернизацию оборудования, закупку новой техники, внедрение телемеханики было выделено около 400 миллионов рублей. Мы тратим колоссальные средства на замену оборудования. У нас высоковольтные подстанции, которые у нас в обслуживании 35 и 110 киловольт, мы там практически поменяли все современное, на современное оборудование. Распределительные пункты. Мы тоже их меняем, современными ставим. То есть то, что было в 40-х, 50-х годов, мы уже меняем на современное. То есть улучшаем качество электроснабжения и бесперебойность.